поговорить о благодати. I'd like to talk to you about grace. Что же такое благодать? What is grace? Мы с вами знаем, что однажды, когда подошел к Иисусу Христу богатый юноша и сказал там «благой», Иисус отозвал «благой». When the young rich man approached Jesus and called him good, good teacher. Иисус говорит, никто не благ, как только Бог. Jesus says, no one is good, but God. Вообще очень интересно, как он так мог сказать, правда? Interesting how he could say that. Он благой. He was good. Он же тоже Бог. He's also God. Но он очень интересную вещь сказал. But he said very interesting thing. Он сказал глубину, он открыл фактически тайну Отца. He revealed the mystery of the Father. Бог есть абсолютная благодать. God is absolute grace. Абсолютное благо. The absolute good. От Его престола исходит всякое благо. All good comes out from His throne. Потому что Его престол — это престол благодати, благодающий. His throne is a throne of goodness, the throne that gives goodness, throne of grace. Вот как к евреям записано 4:16. Hebrews 4:16 we read. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Чтобы получить милость, обрести благодать для благовременной помощи. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Когда мы с вами молимся и просим о чем-то, какой-то нужде, when we pray and ask for some kind of need, мы что, заслуживаем хоть что-то получить, честно? Do we deserve to receive anything, honestly? Мы ничего не заслуживаем. We don't deserve anything. Но мы приходим к Богу, который дает благодать, просто вот благодать, незаслуженное благо. But we come to God who just gives us grace, which is the goodness that we do not deserve. А что значит престол благодати? What does it mean, the throne of grace? Что это вообще означает? Престол. Что означает престол? What does a throne mean? Это его присутствие. Престол — это его присутствие. Throne is his presence. Его присутствие славы. Throne of his glory. От присутствия его славы исходит благо. So the goodness comes from the throne of the presence of his glory. Благое даяние не может появиться само по себе, если не вышло от него. Не может. Goodness cannot appear by itself unless it came from him. Ибо Господь Бог дает благодать. For God gives grace. Давайте мы с вами прочитаем Псалом 83, 12-13, где говорится. We're going to read Psalm 84, verses 11-12, which says. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. For the Lord God is a sun and shield. Господь дает благодать и славу. Lord gives grace and mercy. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in You. То есть вот этот престол, вот этот престол Его присутствия, это шехина на иврите. The throne of His presence in Hebrew is the word шехина. Фактически это абсолютная святость. It means absolute holiness. Абсолютная святость. Вот Его благодать — это абсолютная святость. His grace is absolute holiness. К ней человек относится немножко неправильно. Благодать изменили в своем понятии. People don't treat it correctly. They changed the term of grace. Очень упростили благодать. They simplified grace. Можно сказать, используют ее. They use it, the grace. Но Его благодать — это абсолютная святость. But His grace is absolute holiness. Если в глубину благодати заглянуть и посмотреть, что она внутри Него и из Него исходит, исходит святость. If you see that grace comes out of Him and it's within Him, you can see it's absolute holiness. Она исходит от Его святости, понимаете? It comes from His holiness, you see? В чем Его святость? Во многом, конечно, все не описать. His holiness is in many things. You don't describe all. Но святость Его, верности Его. His holiness is in His trustworthiness. Вот Он верен. Что сказал, что совершил, оно продолжает действовать. What God said, He spoke, it continues to work. Откуда изливается на землю вообще вот благодать, солнышко, дождь, все вовремя, откуда? Where does this grace come to the earth, the sun, the rain? Where is it all coming? Это от Его престола благодати, from the throne от Его святости. It's coming from the throne of His grace, from His holiness. Все, что существует, все, что мы видим, это от Его благодати для нас. All that we see, all that exists, it's from His grace for us. Его любовь к нам — это тоже благодать. His love for us is also grace. Все, что Он создавал в любви, Он создавал в благодати. Everything He created in love, He created in grace. Этот человек согрешил, и все, и многое изменилось, а фактически Он создавал все в благодати. When man sinned, many things have changed, but God created everything in grace. Мы только пользуемся ею. Мы только видим и используем вот эту благодать, которую нам Он дал.
дал. We just use and see, and we use that grace that He's given us. Вы даже не замечаете, что вы живете в благодати. Мы хотим еще какую-то особенную. Мы живем в благодати. We live in grace. You want to have some special grace, but we live in grace every day. Вся земля живет в благодати. The whole earth lives in grace. Когда Бог заключил с нами завет. When God made a covenant with us. Во дни и ночи это завет Бога. In a day and night covenant. Бог сказал. То, что вы видите день и ночь, это мой завет с вами. When God said, "You see day and night," is my covenant with you. Солнце и луна — это завет Бога с нами. Sun and moon is God's covenant with us. Радуга — это завет Бога с нами. Rainbow is God's covenant with us. Потом пришел Иисус Христос — это завет Бога с нами. Jesus came; it's God's covenant with us. И все это благодать. It's all this grace. Что мы из этого заслужили? Ничего. What did we deserve out of this? Nothing. Все это благодать. All this is grace. Дарованная нам. Given to us. Благодать Сына, которого Он послал для того, чтобы нас спасти, привести к себе. Благодать. The grace of Son that He sent for us to save us, it's grace. Вы знаете, что когда мы просыпаемся, открываем глаза, when we wake up and open our eyes, мы с вами просыпаемся в Его благодать. We wake up in His grace. Мы не умеем благодарить, что мы проснулись. We do not think что мы увидели свет, который Бог послал для нас. That we wake up and we see the light that God sent for us. День, который Он сегодня определил для нас. А это все благодать. The day that He set for us, it's all His grace. Этот день нам даровал Господь. Радуйся и веселись. Почему? Благодать. This day is given to us by God. Rejoice and celebrate, for this is His grace. Бог дает свое благо. God gives His good. Его присутствие во всем — это благо. His presence in all of this good. Его престол — это благо. His throne is of grace. Благо для нашей жизни. Все дал. С Его престола благодать и все дал для нашей жизни. Goodness for our lives. He's given all that we need for our life from the throne of His grace. Но мало того, этой благодати, Он еще нам дал благодать на благодать. But beyond that, He gave us grace upon grace. Не то, что вот только ежедневная забота, и это все благодать. Бог заботится о нас ежедневно, и это благодать. Not just daily care of His, but He cares for us every day, and it is grace. Он участвует в нашей жизни. Мы же с вами видим, правда? We can see He takes part in our life, right? Даже то, что есть у нас ангелы-хранители, это благодать. The fact we have angels protect us, this is His grace. Но Он хочет большего. He wants more. Он хочет дать нам больше благодати. He wants to give us more grace. А в чем она? В личном контакте с Ним. And it is in personal contact with Him. В личных отношениях с Ним большая благодать. In personal relationship, there is more grace. Я вам скажу, что это высшая степень благодати. I tell you, it's the highest level of grace. Который может человек вот на земле обрести, это личные отношения с Богом. The personal relationship with God is the highest level of grace on this earth. Тогда, когда мы живем с Ним, можем говорить с Ним, можем ходить перед Его лицом, это такая благодать. We live with Him, we can talk to Him, we walk before Him, it's such grace. Как говорится про Еноха, помните? Remember the words about Enoch? Он приобрел благодать в глазах Бога. Почему? He found grace in God's eyes. Why? Жил праведно. He lived righteously. Ходил пред Богом, написано. Енох ходил пред Богом. It says that Enoch walked before God. То есть он все время видел пред собой Господа, ходил пред Его судом. He saw Lord before him all the time. He walked in God's judgment. И какую благодать приобрел? What grace he gained? Мало того, что Бог открыл ему великие тайны, брал его на небеса некоторое время, несколько раз. God revealed him great mysteries and taken him to heaven a few times. Еще и живым. Забрал. He took him alive to heaven. Благодать. Grace. Про Ноя мы тоже с вами знаем. Read about Noah. Что он тоже обрел благодать. That he found grace. В глазах Бога. Почему? In the eyes of God, why? Среди этого развращенного народа Ной жил пред Богом. Among perverted people, he lived before God. Ходил пред Богом, то есть видел все время праведность Божью и старался жить праведно. He walked with God. He saw righteousness of God and tried to live righteously. Вот Бытие 6. 8:9 написано. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Genesis 6, verse 8 and 9 says, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Что хочу сказать? Мы живем в благодати. We live in grace. Можно сказать, мы все имеем благодать. We all have grace. Но он еще обрел благодать. But he found grace. Можно еще обрести благодать. И в чем была эта обретенная благодать? What is this found grace that he had? В личных отношениях. In personal relationship. Бог с ним лично говорил. God personally spoke to him. Через среди всего общества, человечества, он спас его и его семью. Among благодать. All the mankind, God saved Noah and his family. Почему он был праведный? While he was righteous. Ходил пред Богом, был праведный. He walked with God, he was righteous. И обрел благодать такую, что Бог в нем спас все человечество. And he found grace in such a way that God saved the whole mankind through him. Я думаю, это особая благодать. I think this is special grace. Когда она изливается лично на тебя. When it's outpoured personally upon you. Не в общем, вот мы видим общее солнышко, которое Бог говорит по благодати и на грешников,
светит и на праведников. Not just a general grace like a sun that shines upon the sinners and righteous. Но особая благодать в том, что он лично с тобой будет общаться. But special grace is in the fact that he will fellowship with you personally. На тебя лично отдельно благодать. He will outpour upon you more grace, specially. Когда скажет тебе, что ты обрел благодать в глазах моих. When he says you found grace in my eyes. Насколько это другие отношения? It's such a different relationship. Кто еще обрел благодать? Who else found grace? Много пророков обрели благодать, но про Марию тоже сказано, что она обрела благодать. Many prophets had that, but also we read about Mary that she found favor or grace. И Бог доверил ей рождение сына, своего сына. God trusted her the birth of his son. И даже воспитание своего сына. And upbringing of his son. Не благодать ли это? Isn't that grace? Посмотрите, как сказал ангел Лука 1:30-32 Марии. As angel said to Mary in Luke 1:30-32. Не бойся, Мария. Do not be afraid, Mary. Ибо ты обрела благодать у Бога. For you found favor with God. Я думаю, среди нас нет ни одного, который бы не хотел услышать подобные слова, правда? I don't think there's anyone among us who wouldn't want to hear such words. Что ты обрел благодать у Бога. That you found favor with God. И вот зачнешь в чреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. And behold, you will conceive in your womb, and you'll bring forth a son, and you shall give his call his name Jesus. И он наречется великим. Мы все это знаем. Почему? Потому что она обрела благодать. Сколько было женщин? He will be great. We know all this, and she found favor. But there were so many women. Сколько было девиц в Израиле? So many virgins in Israel. Она обрела благодать. But she found favor. Об Иисусе Христе пророчествовал Давид. David prophesied about Jesus Christ. Что он благодать, данная нам. That he is grace given to us. Но если Иисус благодать, данная нам, кто дал благодать? If Jesus is grace that given to us, who gave this grace? Почему Иисус сказал, никто не благ? Да, благодать в Иисусе, но дал-то ее кто? Jesus said, no one is good because he was not good because God given grace. Иисус явил славу Отца. Jesus showed the Father's glory. Иисус принес благодать. Jesus brought grace. Вот кто-то мне даст торт и скажет, принеси, угости церковь. If somebody gives me a cake and says, can you treat the church? Я принесу, буду угощать, и вы скажете, ой, Тая, какой ты торт принесла? Спасибо тебе, что я скажу? And I'll give you the cake and you say, oh, Тая, thank you very much for giving us the cake. What will I say? Не мне спасибо, вот тому человеку, который прислал. Don't send thank you to me because it's someone else who gave you the cake, through me. Никто не благ, как Отец. No one is good by the Father. Сказал Иисус, потому что Его прислал Отец. Jesus, because Father sent him. Отец есть благодать, и Он прислал благодать в Иисусе. Father is grace, and He sent grace in Jesus. Вы знаете, как интересно сказал Давид, что благодать излилась из уст Бога Отца. David says that the grace was poured from the lips of the Father. И мы знаем, что Иисус является Словом. And we know that Jesus is the Word. То есть излилась благодать из уст Отца. Grace was poured from the lips of the Father. Поэтому Он не сам благодать. So Jesus is not grace. Он принес благодать. But He brought grace. Слово Бога — это благодать. Мы не любим, некоторые, извините, не любят читать Слово Божье. Это благодать. The Word of God is grace. Some people don't like read the Word of God, but it is grace. Не любят заповеди — это благодать. They don't love commandment, but it is grace. Она излилась из самих уст Отца к нам. It was poured from the lips of the Father to us. Я прочитаю вам Псалом 44:3-8. I read the Psalm 45, verses 2-7. Ты прекраснее сынов человеческих. You are fairer than the sons of men. Благодать излилась из уст твоих. Grace is poured upon your lips. Вы знаете, здесь переплетается. Речь идет об Отце и об Иисусе Христе. It describes here sometimes the Father and sometimes the Son. Так интересно, если внимательно почитать, то он говорит, ты прекраснее сынов человеческих. It says, you are fairer than the sons of men, about Jesus. И тут же говорит, благодать излилась из уст твоих, Отец. Grace is poured from your lips, the Father. Посему благословил тебя Бог навеки. Therefore, God has blessed you forever. Потому что излилась благодать. Because grace was poured. И Бог благословил тебя навеки. God blessed you forever. Припаяшь себя по бедру мечом твоим. Gird your sword upon your thigh. Это слово Бога. It's the word of God. Сильный славою твоею. Чей славой он сильный? Almighty one with your glory and your majesty. Сильный славой Отца можно написать. He's mighty with the power of the Father. И красотою твоею, Отец.
And your majesty, the Father. И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истинной красоты и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. And in your majesty ride prosperously because of truth, humility and righteousness, and your right hand shall teach you awesome things. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою. Your arrows are sharp in the heart of the king's enemies. Они в сердце врагов царя. The peoples fall under you. Престол твой Божий вовек. Your throne, O God, is forever. Жезл правды, жезл царствия твоего. And ever a scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой. You love righteousness, you hate wickedness, therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Елеем радости более соучастников твоих. Anointed you with the oil of gladness more than your companions. Что я показала вам сейчас? What did you show us? Иисус получил благодать. Jesus received grace. Вы видите? Бог помазал его елеем радости более соучастников. Это благодать. God anointed him with the oil of gladness more than his companions. It's grace. Иисус знал, что он получил благодать от Отца, чтобы принести ее нам. Jesus knew that he received grace from the Father to bring it to us. Что он является благодатью Бога для народа. He is the grace of God for the people. Благоволение — это тоже благодать. Когда Бог кому-то благоволит, он являет благодать. Favor is God's grace. When God shows favor, he shows his grace. Правильно? Right? Иисус является благоволением Отца кому? К нам. And Jesus is the God's favor to us. Когда он крестился, было пророческое слово к нему, и Бог сказал, что все благоволение мое. When he was baptized, there was a prophetic word that God is well pleased with him. В нем мое благоволение. In whom I'm well pleased. То есть в нем моя благодать. In him there is my grace. Для нас с вами. For us. И мы спасены с вами как? We are благодатью, сие не от вас. By the grace, it's not from you. Божий дар. It's God's gift. Вот она благодать. And this is grace. Это потому что Бог благоволил к нам. Because God has favored for us. И подарил нам свою благодать. And gave us a gift of His grace. Это благодать Отца. Grace of the Father. Мы получили прощение. We received forgiveness. Примирение. Reconciliation. Получили даже еще и усыновление. We received adoption. Это тоже благодать. This is also grace. А как мы получили усыновление? How did we receive adoption? Через Духа Святого. For the Holy Spirit. А Дух Святой разве не благодать? The Holy Spirit is not the grace. Кто из нас заслужил, чтобы Дух Святой пришел к нам, почивал на нас? Who deserved the Holy Spirit to be upon us? Со всеми своими дарами. With all his gifts. Как Дух усыновления, никто не заслужил. As a son of adoption, no one deserves it. Благодать на благодать. It was given grace upon grace. Только посмотрите, как Бог любит нас. Он пытается нам объяснить, насколько Он нас полюбил. Let's see how God loves us and tries to explain how much He loves us. Он говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Но можно сказать, ибо так возлюбил Бог мир, что послал благодать нам. For God so loved the world that He sent grace to us. Когда захотим возроптать, опомнитесь, люди, мы живем в благодати. When we want to murmur, please remember, we live in grace. В Нем, в Иисусе, благоволение Отца к нам. In Him, in Jesus, we have God's favor to us. То есть благое намерение Он имеет о нас. It means good intention He has for us. Благоволение, благая воля, благое намерение. Good intention, good will of Father towards us. И какое благое намерение? What was this good intention? Не только нас спасти, not just to save us, но привести в Царство. But bring us to the kingdom. Это фактически Его намерение. This is His intention. Сделать нас святыми. Make us holy. Естественно, оправдать, омыть, очистить, простить. The cleanse, to wash, to forgive. Но сделать святыми. Make us holy. Чтобы царство вали. For us to reign. О, какая благодать. Such grace. Для того, чтобы мы царствовали на небесах вместе с Иисусом Христом. For us to reign in heaven together with Jesus Christ. И это нам дана благодать. This is grace that was given to us. Не только спасение, но и царство. But also kingdom. Говорится, и от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. And it says, and of His fullness we have all received in grace for grace. От полноты Бога. From God's fullness. Все мы приняли благодать спасения в Иисусе Христе. We received the grace of salvation in Jesus. И благодать на благодать Духа Святого. And grace for grace, which is Holy Spirit.
Это от полноты Отца. From the fullness of the Father. Он не по скудости нам дал немножечко по благодати каждому. He didn't give us just a little bit because he didn't want to give us more. От своей полноты. But from his fullness. Вы слышите, какое слово? You see the word? От своей полноты. His fullness. Поэтому Дух Святой излился сюда в полноте даров и сил и власть. That's why Holy Spirit is poured here with all the fullness of gifts and power and authority. Это его благоволение к нам. This is his favor to us. Когда мы получаем Духа Святого, мы, знаете, получаем благоволение. Мы видим в этом благоволение Отца к нам. When we receive Holy Spirit, we can see that this is God's favor to us. Когда сатана подходит и говорит: да Бог тебя не любит, да ты никому не нужен. When Satan approaches and says to you, oh, God doesn't love you, можно he doesn't ли в это need верить, you, мои хорошие? Should you believe this, my dear? Когда он дал нам такую благодать, потому что благоволит. He gave us such grace because he has favor. Когда он своего сына не пожалел, настолько он тебя любит. He didn't spare his son, he loves you so much. И если у тебя вдруг сейчас нет никаких чувств, and now if you don't feel much now, то пусть у тебя всегда будет вера. May you always have faith. Основывайся не на чувства, а на веры. Don't build your life on feelings, but faith. Потому что Бог благоволит тебе. Because God has favor for you. Потому что Бог дарует тебе благодать. Because God gives you grace. И те, которые принимают Духа Святого, принимают еще и благодать на благодать. And those who receive the Holy Spirit receive grace for grace. Как интересно сказал Павел к Римлянам 8:15-17. Paul writes interesting words in Romans 8 verses 15 to 17. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. Вы знаете, когда вы действительно принимаете Духа Святого, страх уходит. When you receive Holy Spirit, the fear goes. У тебя появляется уверенность. You have confidence. А во что уверенность? Лично вот про себя буду говорить. Во что у меня уверенность? Confidence in what, personally? В его любовь. In his love. Больше у меня нет ни во что уверенности. В его любовь. Nothing он меня else, любит. But just his love. Понимаете? Я верю в его благодать. I believe in his grace. Я верю в его любовь. I believe in his love. И Дух Святой этому свидетель. And the Holy Spirit bears witness to that. Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. He bears witness to our spirit that we're children of God. Но раз мы дети Божьи, какие могут быть страхи? And if we're children of God, how can you have fear? Что нам бояться в этом мире? Afraid of in this world? Если мы дети Божьи, если вы поверили, что вы дети Божьи. If you believe that you're children of God. То будете ли вы бояться хотя бы вот эту пандемию? Will you be afraid of this pandemic? Жить в страхе? To live in fear? Вы дети Бога на земле. You're children of God on this earth. Вы под благодатью. You're under grace. Отец благоволит к вам. Кто? Великая сила. God великий has Бог. Favor for you. He's great power. Какие страхи? What kind of fear can you have? Живите в этом. Live in that. Не выходите из благодати. So don't step out of grace. Оставайтесь под благодатью Божьей. Remain under the grace of God. И вы не будете бояться. And you shall not be afraid. Вы будете уверены в Господе. You should be confident in God. И так он говорит: вы не приняли дух рабства вот этого мира. You did not receive the spirit of bondage of this world. Он не говорит, чтобы жить в грехах, он говорит, чтобы жить в страхе. Doesn't say to live in sin, but to live in fear. Но приняли дух усыновления. But you receive the spirit of adoption. Которым взываете Ава Отче. Если вы взываете Ава Отче, Бог Отец. By whom we cry Abba Father. If you cry Abba Father. Так соответствуйте его детям. Then correspond to being his children. Уже сейчас ощущайте, что вы дети Божьи. You can feel now that you're children of God. Уже живите так, как дети Божьи. Live like children of God. Сей самый дух. The spirit himself. Которым вы говорите Отче. By which you say Father. Свидетельствует духу нашему. Bears witness to our spirit. Что мы дети Божьи. That we're children of God. Кому свидетельствует? Свидетельствует нам. Свидетельствует. Does it правда? Bear witness to us, right? Что мы дети Божьи. That we're children of God. Ну, а если дети Божьи? And if children? То наследники. Then heirs. Наследники Божьи. Heirs of God. Сонаследники же Христу. And joint heirs with Christ. Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. То есть, если мы все-таки живем соответственно тому, что наша плоть должна умирать для греха, для этого мира. If we correspond to the fact that our flesh should be dying for this world. Потому что дети Божьи, они не могут с этим миром быть одним образом. Because правда? Children of God cannot be in the same image as this world. Не могут, мои дорогие. Итак, мы живем в благодати. So we live in grace. Бог излил на нас еще благодать. God outpoured even more grace upon us. Просто хочется сказать, примите ее. Receive it. Благодать может увеличиваться. Grace can grow. Благодать может литься и изливаться. Grace can be outpoured. Знаете, когда мы читаем Писание, мы видим, что Павел говорит, что он имеет благодать
благовествовать. When we read the scripture, Paul says that he has grace to preach. Оказывается, для того, чтобы благовествовать, нужно иметь благодать. So for you to bring good news to people, you need to have grace. Как по-вашему, что это? What is this? Духа Святого. It's Holy Spirit. Благодать Духа Святого. It's the grace of Holy Spirit. Когда мы имеем благодать Духа Святого, у нас есть сила благовествовать. We have grace of Holy Spirit, we have power to preach. Не просто говорить, а благовествовать. Not just to speak, but to bring good news. В силе Духа Святого это благодать. In the power of the Holy Spirit, this is grace. И Бог хочет, чтобы благодать с нами пребывала и в нас была. God wants the grace to be with us and to live within us. Не только с нами, в нас была. Not just with us, but within us. Есть благодать, что солнышко. There is a grace of sun. Есть благодать, что вовремя дождь. There is a grace of rain on time. Есть благодать ваши отношения с Богом. There is a grace of your relationship with God. Есть благодать, когда Бог внутри вас. There is a grace when God is within you. Когда у вас есть живое общение. We have living fellowship. Есть благодать, когда вы уже можете ее давать. There is grace when you can share it. Как Иисус давал благодать, как апостолы давали благодать. As Jesus was sharing grace and the disciples were sharing grace. Мы посланы на эту землю, посланы, говорю, не просто так родились, вдруг появились, посланы. We're sent on this land, not just born, we've been sent to this earth. Чтобы продолжать дело Христа. Continue Christ's work. Чтобы слово Бога не оставалось в букве, а жило. For God's word not to remain in a letter, but for it to be alive. Чтобы мы были устами Бога на этой земле, продолжали нести Его Слово. For us to be the mouth of the Lord on this earth and carry His word on. Но с благодатью. With grace. Но в силой благодати. With the power of grace. Поэтому вы должны молиться, Господи, излей на меня Твою благодать. We should pray for God to outpour His grace upon you. Но не так, как понимается даже мирскими христианами. Not just how some Christians understand. Что благодать должна делать, что хочу. Grace means I can do whatever I want. Могу грешить, все равно буду прощен. Благодать. I can sin and I will be forgiven because Написано, it's grace. Написано, чтобы она не послужила угождением плоти, ваша свобода. But your freedom should not serve to for the lust of your flesh. Совсем не в этом благодать. That's not the grace. Но мы призваны носить в себе благодать. But we are called to carry grace within us. Зачем? Why? Чтобы явить этому миру. To show it to this world. Посмотрите, когда Петр и Иоанн проходили, увидели сидящего. When Peter с больными ногами, сколько лет он сидел у храма. John came to the temple, they saw somebody who was with a fault in his legs next to the temple, he was sitting for years. И когда он посмотрел на них и ожидал получить денежку, а что ж еще дают люди? And this person looked at them and said, expected to receive some money because that's what people were giving to him. Питер сказал, серебра и золота нет у нас. Peter said, I have no gold or silver. Но что имею, то даю тебе. But whatever I have, я I много give раз to you. Думала, Господи, много можно сказать. Все-таки, что же он имел в виду? We can say many things, but what did he actually mean? А я вам скажу, благодать. I tell you, grace. То, что имею, благодать, то и даю. I have grace, and I give it to you, grace. Благодать в данный момент было спасение. It was deliverance от болезни. This time from the illness. Благодать изливается по-разному. Grace outpoured in different ways. Но он имел благодать. But he had и дал ему эту благодать. And gave it to him. Когда приходят грешники, мы можем дать им благодать спасения. When sinners come, we can give them grace of salvation. Если внутри вы наполнены благодатью, if you are filled with grace within, то ваши слова будут для них благодатью. Your words will be grace for them. Потому что они коснутся сердца, they will touch перевернут the сердце, will change the heart, и человек придет в спасение. The person will come into salvation. Мы должны погрузиться в благодать, we need to be immersed in grace, которая открывается для нас that's revealed for us. В триединстве. In the Trinity. Почему сказано креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа? Это все благодать, полнота. Bible said, be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, because Trinity is the fullness. Это полнота. Fullness. Отец послал Иисуса Христа, благодать сошла на землю. Father sent Jesus Christ, and the grace came to the earth. Спасение. Salvation. Отец благодать. Father's grace. В Иисусе Христе благодать. Grace in Jesus. И благодать на благодать Дух Святой. And grace for grace is Holy Поэтому, Spirit. Когда крестимся. Во имя благодати. When we baptize, we baptize in the name of grace. Во имя полноты благодати. In the name of the fullness of grace. В Отца, Сына и Святого Духа. В полноту. Father, Son, and Holy Spirit, fullness. А что такое в полноту крестимся? Погружаемся. We immerse ourselves. Вы же знаете, что такое крещение? Погружение. You know what baptism is? Immersion in water. Не на словах надо креститься. Do not baptize in just words. А действительно погрузитесь. But immerse yourself. Войдите и погрузитесь в эту полноту. Immerse yourself into this благодати. Of grace. Пусть она всех вас пропитает.
May it consume you. Чтобы из вас истекало. For it to pour out of you. Какая прелесть, когда Господь дает это церкви. So amazing what God gives us to church. Церковь – это благодать для земли. And church is grace for the land. Вы знаете, что когда церковь будет взята, конец. When the church is taken, it will be the end. Возьмется благодать. Grace will be taken away. На ком сейчас благодать? Скажите, на ком? Upon whom there is grace now? На церкви. Upon the church. Церковь – это благодать для этой земли. Church is grace for this land. И Бог хранит там, где есть церковь, место хранится. And the place is preserved where there is church. И где сильная церковь в Духе Святом. When there's powerful church in the Holy Spirit. Там вся местность начинает пробуждаться. The whole area starts to awake. Почему действует благодать? Because grace is working. Понимаете? И вот эта благодать, эта церковь невеста особенная. This grace, the church, the bride is a special. Очень нравится, как в псалме Давида. Нет, да, в псалме Давида описано церковь невеста. This in the Psalm of David describing the church bride. 44:9-18. 44:9-18. Вы только послушайте, как он хочет видеть церковь, какая должна быть. That's how God wants to see the church, how it should be. Все одежды твои как смирна, и алоэ, и кассия. All your garments are scented with myrrh and aloe and cassia. То есть во что должна быть она одета? What shall be garmented with? Дары Духа Святого. Gifts of the Holy Spirit. Церковь должна быть одета в дары Духа Святого. Он описывает не тряпки. Churches should be garmented with the gifts of the Holy Spirit. Можно шить себе золотые тряпки. This is not just cloth. Корону вот такую золотую одеть. You can have a golden crown. Толк какой? But what's the point? Он говорит, смирно, алоэ и кассия. Вот во что одетесь. Aloe and cassia. That's what you should be wearing. Из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Out of the ivory palaces by which they made you glad. Дочери царей между почетными у тебя. То есть это говорится невеста и другие церкви, которые тоже видят, что эта церковь особенная, потому kings, что на ней помазание особенное. King's daughters are among you honorable women. It talks about the church and the bride and other churches. They can see that this one has anointing on it. Стала царица, одеснуя тебя. Your honorable woman, in right hand stands the queen in gold. В афирском золоте. Вы знаете, что золото – это символ истины. Gold is a symbol of truth. То есть она вся в золоте, она вся в истине. She's in gold, she's in truth. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое. Listen, O daughter, consider and incline your ear. И забудь народ твой и дом отца твоего. Forget your own people also and your father's house. Отрекись себя. Deny yourself. Фактически, отрекись себя, следуй за мною, да? Factually, deny yourself and follow me. И возжелает царь красоты твоей какой? For the king will greatly desire your beauty. What kind of beauty? Ибо он Господь твой. И ты поклонись ему. For he is your Lord, worship him. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. And the daughter of Tyre will come with the gifts. The rich among the people will seek your favor. Вот хорошие слова. Вся слава чери царя внутри. The royal daughter is all glorious within the palace. Вся слава наша внутри должна. All glorious, our glory is within. Не внешнее украшение. Not the outer decoration. Не плетение волос, помните? Not the beautiful hair. Внутри. But within. Вот это все украсьтесь внутри. Decorate yourself within. Одежда ее сшита золотом, истиной. Her clothing is woven with gold, the truth. В испещренной одежде ведется она к царю. Вы знаете, что такое испещренная? She shall be brought to the kings in robes of many colors. Говорит, живого места на ней нет. It's full of gold. Вся она испещренная. It's all dotted with. Вся одета в правду, в истину, в страданиях. It's full covered with truth and righteousness and suffering. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. The virgins, her companions who follow her. Приводятся с весельем и ликованием, выходят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. They shall enter the king's palace. То есть у нее будут даже дети такие же. She should have children like Не то, что только там отцы когда-то вот были в Израиле. Нет, дети будут такие. Not just the fathers, but also the sons shall be. Ты поставишь их князьями по всей земле. Whom you shall make princes on all the earth. Сделаю имя твое
памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки. I'll make your name to be remembered in all generations, therefore the people shall praise you forever and ever. Это желанная церковь Бога. It's the church that's desired by God. Бог дал нам благодать для всего этого. God gave us grace for all of this. Бог даровал как благодать, вот просто даром оденьтесь, все дары здесь. God has given us all the gifts for free. Just clothe yourself into them. Иди и возьми, даром написано. Go and take. It's given to you for free. Все уплачено. It's all been paid for. Одевайся. Clothe yourself. Но кто хочет одеться в эти дары? Who desires to be clothed in these gifts? Кто хочет украсить себя этим золотом? Who wants to decorate themselves with this gold? Кто посчитал, что внутренняя красота гораздо дороже? Who considers that the inner beauty is more precious? Царь будет избирать по внутренней красоте. The king will choose according to the inner beauty. И все это благодать Отца. And all this is the grace of the Father. Поймите, это все благодать Отца. All this is the grace of the Father. Все, что Он даровал нам. All that He's given us. Все, что мы можем вот так подойти и взять с Его престола. All that we come and approach and take from His throne. Это благодать. It's grace. Престол открыт для нас. The throne is open. Иисус открыл для нас престол. Если раньше было невозможно, невероятно. Jesus opened the throne for us as before it was not possible. То сегодня открыто. Now it's open. Только пойди. Go. Возьми. Take. Наполнись. Be filled. Оденься. Be clothed. Приготовь себя, невеста. Prepare yourself, the bride. Это все благодать. All this is grace. Понимаете, что такое благодать? Она исходит от самого Отца. Это желание Отца. It's a grace comes from the Father's desire. Не Иисус сам решил спуститься и пострадать. Jesus did not decide by himself to come here and to suffer. Он бы не пришел никогда, если бы Отец не послал. He would never come unless the Father sent him. Он бы ничего не сделал, если бы Отец не послал его. Он согласился. He would not do unless the Father asked him, but for he just agreed. Он великий, потому что он согласился. Внутри него любовь Отца. Inside of him was Father's love. Но никто не благ, but no one's good, кроме Отца, except the Father. Потому что это Он захотел нас спасти. Because He wanted to save us. Это Бог захотел нас видеть на небесах. God wants to see us in heaven. Это Бог захотел разделить с нами свой престол. God wants to share His throne with us. Это Бог послал Иисуса. God sent Jesus. Это Бог, это Его любовь. This is His love. Это Его благодать. This is His grace. И когда мы любим Иисуса, мы любим благодать Бога Отца. We love Jesus, we love grace of the Father. Понимаете, когда принимаете Иисуса, вы принимаете благодать Бога Отца. When you receive Jesus, you receive the Father, grace from the Father. Поэтому Иисус хочет, чтобы мы поклонялись Отцу. Он пришел для того, чтобы через Него мы имели эту возможность. Jesus invites us to worship the Father and to have this opportunity through Him. Приходите к престолу благодати. Come to the throne of grace. Она наполнена. It is full. Там полнота. There is fullness. Он все хочет разделить с нами, ничего не утаить. He wants to share everything with us. He's not hiding anything. Ничего не сокрыть, ничего не спрятать. Nothing is hidden. Только иди, бери. Just go and take. Иди и пей, иди go и ешь. Drink and eat. Иди и одевайся. Go and be clothed. Не ленись. Don't be lazy. Еще идти, еще брать. I have to go, I have to take. Ленивый и лукавый раб. Lazy and wicked servant. Я для тебя все сделал. I've given everything to you. Купаешься уже в благодать. You are иди full of возьми. Grace around you. Go and take. Все, что от нас зависит. All чтобы не быть лукавым и ленивым рабом. Иди возьми. Lazy and hypocritical сейчас, slave. Сейчас здесь servant. Тоже благодать. Just to take. Потому что здесь присутствие Духа Божьего. Here we have grace for the presence of Holy Spirit. Только руки поднимите и призовите. Благодать. Я хочу иметь благодать. So raise your hand and call for the grace to come upon you. Только имейте правильное понятие благодати. Just have the correct concept не of grace. Не так, как ее извратили. Not the way it's been perverted. Даром дают, я первый. If it's given to for free, I'll be the first one to take. Это благодать небес. This is the grace of heavens. Это благодать, чтобы соделать нас. It's a grace to make us подобными Сыну Его. In the likeness of His image. Чтобы быть наследниками. For us to be heirs. И быть рядом. To be next. Царствие Отца. In the kingdom of the Father. Примите благодать. Receive grace. Мои дорогие.